Букет цветов и телеграмма лично от президента. Такое поздравление в день рождения получила жительница Кабардино-Балкарии Антонина Кулак. Сегодня ей исполнилось 90 лет, и 60 из них Антонина Ивановна посвятила любимому делу – парикмахерскому искусству. Со своими инструментами она не расстается до сих пор, признается, что совсем не чувствует возраста. У нее, как у любого уважающего себя мастера, целая база постоянных клиентов, ради которых она спешит на работу. Я очень много трудилась. Эта парикмахерская работа у меня была как отдых. А имела всегда частный дом, огород, помидоры. Как говорится, крутилась, кругом успевала. Ну и, естественно, что ложилась не раньше часа ночи. Пешком, да, я всегда. Каждый день утром и вечером. Тем более, очень полезно.